В США факел статуи свободы доставили в новое музейное здание на острове Либерти. Он был демонтирован в 1984 году и заменен копией во время реставрации к столетию памятника. А оригинал факела разместили в музее внутри пьедестала скульптуры. Жители Нью-Йорка смогли наблюдать, как на большом грузовике медленно и осторожно он переезжает к зданию будущего музея, расположенному в 100 метрах от статуи свободы. Факел, который мы перевозим сегодня, это факел, который статуя держала в руке с самого начала, с 1886 по 1984 год, когда настало время для ее серьезной реконструкции к столетнему юбилею. Так как высота дверей нового здания музея небольшая, конструкцию доставили в разобранном виде, отдельно факел, отдельно пламя. Музей статуи свободы откроется для посетителей в мае 2019 года.